Всем привет, ребята! Компактный флагман Sony Xperia 5 уже доступен для предзаказа в России. А теперь поподробнее. С вами канал Технаум. Поехали! В России стартовал прием предзаказа на флагманские смартфоны Xperia 5 от Sony. Новинка представляет собой уменьшенную версию выпущенного в начале года Xperia 1. Особенностями устройства, помимо компактных размеров, стали вытянутый экран с соотношением сторон 21:9, стереодинамики, тройная камера и защита от воды. Новый Xperia 5 выполнен в компактном корпусе с металлической рамкой и закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 6 поколения с обеих сторон. Кроме того, смартфон защищен от воды и пыли стандартами IP65 и IP68. Почти всю переднюю панель занял 6,1-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9. Sony использовала технологии, которые применяются в телевизорах серии Bravia, и фирменный процессор X1 for Mobile, повышающий контрастность и четкость изображения. Благодаря стереодинамикам с поддержкой технологии Dolby Atmos создается объемное звучание при просмотре видео, прослушивании музыки и в играх. Аппарат оснащен камерой с тремя модулями с разрешением 12 мегапиксель каждый, 16-мм сверхширокоугольный объектив, 26-мм универсальный и 52-мм портретный в 35 мм эквиваленте. При съемке людей используется усовершенствованная технология автофокусировки по глазам, применяемая в профессиональных камерах компании. Xperia 5 умеет вести серийную фотосъемку со скоростью до 10 кадров в секунду с автоматическим отслеживанием фокуса и экспозиции. Также есть функция, предотвращающая получение бракованных снимков, отслеживая попадание пальцев рук в объектив или закрытых глаз в кадре. Фирменное приложение Cinema Pro с расширенными параметрами настроек, баланса белого, ручной фокусировки и звукозаписывающих дорожек позволяет создавать сложные кинематографичные проекты. В нем также реализована возможность разбивать видеоролики на части и объединять разные отрывки вместе в одно целое. Оформить предзаказ Sony Xperia 5 можно в период с 23 октября по 5 ноября в фирменном интернет-магазине Sony Store по цене 59 999 рублей. В России смартфон представлен в синем и черном цветах корпуса. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Sony действительно делает рывок. Как-то была ситуация, что я думал, что Sony вообще уйдет с рынка мобильных устройств. Но нет, они, как мы видим, нашли свою фишечку соотношения сторон 21:9 и делают действительно качественные камеры. Раньше у них камеры были вообще никакие. А сейчас, как мы видим, у них камеры действительно качественные и годные. И могут сравниться с более крутыми флагманами. Ну что же, с вами был канал Технаум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.